Да ладно, не важно. Поэтому будет Пегас, Виверна и Драйдер. Драйдер. Ни одного Пегаса тот еще врог. Дерина есть дела в Абиссе, поэтому Дерин вам все расскажет. Да, вы поняли по фразе «мужик, я бывал в Абиссе, давай поговорим». Не, он сказал, что он хочет в Абиссе, поэтому «мужик, давай поговорим». Сейчас она вас слиняет. Что там забудет? Так, ну тогда окей, Тезет подлетает к тебе. И такой «клю тебя». Ах ты жука, сколько денег на цельсе. Да. А он тебя клюет за 8 уронов. Да что же они такие стабильные. Ах ты. Неси. Сейчас мы их это быстро сделаем. Да. Без вайфа особенно. Дерин сейчас вайфа снесет, я там почищу. Ты пол? Да, я лежу нормально. Неси. Нет, я уже ее подняла. Подожди, что у нас есть хиллер. Да? Барт. Танк. Барт-танк. Блюдня, кто ты без нее? А Джек у нас, знаешь, артиллерист. Бьет издалека и сильно. Я люблю кидать все кубики сразу. Я. Атакуй. Давай. Со штрафом. Минус 4. А, в положении лежа, да? Минус 3. Почему минус 3? Я посчитала с Дэрином, у меня все в жизни хорошо. 5 плюс 8. Знаешь, как занимательная математика? Мы считаем с Дэрином. Не попало. Очень жаль. Тебе с положения лежа очень сложно. Я догадываюсь. Оно летает. Двадцатка. Ну, попала. В смысле, всего 20. И 17 плюс 7, это 24. Попала. Сейчас он будет огребать. Можете следующего, пожалуйста. Ну, кстати, он меня подвел. Бардовский, что ты хочешь? Он не боевой. В смысле, бардовский не боевой. Бардовский самый похифой, я считаю. 7, 10, 18, 19, плюс 9, 28, плюс моих 4 и Дерина 1, 33. Это урон. Да. Ты че в его хинула? Робище, да? А, да. Угу. Там робище немножечко кольщего. Хорошо. Там, хорошо. Кибента. 20. Спасибо, Щелапа. Ага, когда я вижу моего товарища, да? И предлагаешь мёртвой. Вова, это была смертная Руси! Я как будто бы была вся такая при смерти. Это на блеф кинуть? Давай, на блеф. Я не шучу. Давай, давай. 14. Он правда думает, что ты умерла. Ух ты! Работала. А сколько ты нанес? Пока нисколько. Я думаю, я огребу. Ой. Но он летит вот сюда. Стоп. И такой клюв Дерина. Замачивает. Он как? Видал, видал, видал? Вот с тобой он летит. Свободно. Ты же и мёртвая. Слышь, мёртвая. Лежи. Это не мешает. Лежи, чтобы вот тебя не клюнул сейчас. У тебя еще 8 хитов. У меня 8 хитов еще. Целых 8. Живее всех живых. Жай. Один укус. Хочешь, кидай. Не хочешь, не кидай. Никогда не кидай. Вот там, давай. Поп он там. А, у меня по мне. Он вообще промахнулся по мне. Пусть сидит. Джек. Промахнулся по дереву. Так, вон тот товарищ полной атакой атакует Энжин. Миссин. Промахивается по ней клювом. Попадает по ней когтями. На... Я тебя запомню. 12 урона. Ой. А, еще нет, я было 8. Да. 8. Угу. Я начинаю разговаривать с этим мужиком. Я говорю, мужик, ну что ты как этот? Ну давай поговорим как белые люди. Давай мы с тобой, короче, вот. Хорошо. Друг у друга. Белые люди. И что? Так. Расисты. Не мешайте мне общаться с человеком. Я ему рассказываю, как сильно я хочу побывать в Абиссе, и мне хочется познакомиться с ним поближе. У меня есть 3. IQ. Акробатика. Я его пустила. У меня 2 хита. И рядом с тобой стоит Тимван, который понимает, что из его рук тоже вырвался. О. И я вам скажу, что это спасло вас, между прочим. Он там сейчас взорваться собирался. Не утешай нас. Так. Он такой, ну, как это можно мне сказать? Из чьей? Вот там идет тебя. Вот это он эффект. Пойми, конечно. Свободная атака. А у тебя там эти? Пятифутовым шагом назад. Утопить. Мои чашки.
срываю дох. Один заряд после лечения. И я его выпью. Лечу Энджи. Это как счастливый билетик съесть. Нет. Энджин, плюс 9 хп. Это... Навсегда? Да, навсегда. Да, это за день, это после лечения. И... То на один ход? Еще на один, на один. Энджин и... Миссия. И миссия по 8 хп еще. Спасибо. На один раунд. Спасибо. Понимаешь, я возможно, это спасет тебе жизнь. Существование. Как ты предпочитаешь это называть? Няшечка моя. Тяжелая доля. Тимбан. Этот бродячий цель. Бросайся. Да, я тебе что-то такое. Я думаю, это будет поводить, я буду нашу пальцу. Мадей. Бью. Мои шансы окружить очень маленькие. Он кричит, что они сбежали, она и он бежит туда. Мужик, ты пока беги за ними, мы тебя догоним. Сейчас давай. Он кричит, да, я этим прекрасно занимаюсь. Мы вернемся к тебе на помощь, не сдохни там. Я думаю, скажешь, на похороны. П, позитив. Оптимист. 15. К? Попала. 10. Он забрал. Так, я снова забиваю песню, декламируя всем про Дюрандаля, который разрубает мечом всех, до кого бежит. Вот. И... Плюс 2. Да. И, блин, я лучше достану кнут. И вот сюда вот. А что, есть такая ачивка? У меня есть. У меня кнут есть. Я это назвал. У них семейные? Это у нас семейные, да. Да, я тебя вижу. Ага. И Пегас атакует, делает пятифутовый шаг и атакует Эстиана, клюет. У тебя какая защита, Эстиан? Не клюет, но зато попадает по тебе когтями. И ты видишь, как вокруг него образуются споры какие-то. Обожаю это. Ага. И ты тоже спас бросок по стойкости. Ненавижу я вот это. Птица грипп? Это в роке у них вот эта вот подставная вещь. Нет кого? Двадцатка! Двадцатка! Тебе нормально. 17. Тебе тоже нормально, но ты получаешь от когтей. Сейчас я посчитаю. Тебе прорастает. 20. Сейчас. Очень неприятно тебе. Да, 20 урона. Ну, я убегаю. Нет, я же... Просто Матвей хочет драться. Я что-то одно... Я его держу, бери. Бей его, я его держу. Хочешь драться-то? Есть? Двадцатка. Подтверждаю. На 19. Бери бумагу. Сейчас, подожди, можно я все посчитаю? Потом вторая. 17. И третья. 16. Все попал. Ну. Можешь листать дальше. Рубище. Двойной урон плюс урон опять 3d6. Еще я столько не соберу. Соберешь. Все отлично. 6, начнем 9. Чувствую себя. Спасибо. До этого мой был. Ставим ставки, она его сейчас убьет или нет. Выглядит так, как будто она его катала, а потом на него дерево уронила. И 2d10, пожалуйста. А потом под ним просто земля такая, она прорубает землю, она проваливается в трещину. Напомните, я с ним потащу. Я, кажется, поняла, как у нас получился тут источник. Вот оно. Я хотела спросить, что это твоя сейчас кидала. Вот это вряд ли кидала, это за 20. Это не то, да. Так, и чему это долго будет? Считай, считай, я никуда не тороплюсь. 25, 55 плюс 17? Да. 60, 72. 72. Я сейчас кардану сломаю. Вы что? Я думаю, знаешь, она такая воспламенилась, Мне кажется, ты знаешь, это просто вот... Сколько? 7. Как называется? Да, Кушай, 72. Там, как тебе? Камина, вот это вот камина. Да. Магмор! Магмор в наших
не догоню. Сколько мы? 72. 72. У себя. Спасибо большое. Очень легко будет встать сегодняшний бой. Ну, мы дрались, короче, Броки били нас, мы били их. Потом Мадей уронила на них свою ярость. Сначала они уронили Мадей, а потом Мадей уронила ярость. Убила ты его, убила. 72 ячи. Тогда я хотела 5, короче, на самом деле. Он умер. У него было 2 шока на самом деле. Сколько у него китов было? 42. Что у тебя с китами? Ты 30. Что у тебя с китами? У меня 8 хитов, у меня маршрут. О, живее всех живых, ты смотри. Я... Бежать уже далеко. Бежать далеко, я могу только подойти и отвлечь внимание на себя. Я подхожу к нему. Эй, красавчик. Я... Или я... У меня нет действия движения больше. Есть. Тогда есть движение, есть, просто... но у тебя да, просто... Ну, а так не будет. Я подхожу с ним прям вот так. Бежите. Куда? Куда? Лай, бей куда? 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 А где у него морда? Хоть где? Хоть где? Он развернется к тебе, куда захочешь. Да поближе иди. Стоп, 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 далеко куда ты ушла. Прямо вот сюда подойти к нему. Куда ты пошла? Тебя 6 метров только движение. Так. Чудесно, не я не хочу, чтобы тебя сожрать. Нет, ну давай, нет. Джек. Угу. Если что, да, я понял. Давай. Куда попаду? 16. Просто вот знаешь, когда так... Попал. Я. Мы окружили его крестом. Сейчас молиться начну. 15. Секта. Ты молодец. Джек, не пойди, пожалуйста. 11. Вот где? Так, Энжин. Я встаю. По жизни на краю. Так. Один раз можно. Да, он не может выстрелить целый один раз. Баста! Лежи уже! Я ложусь обратно. Нет, поздно. Я ушла, сказала Энжин. Да и все. Я ухожу. И не надо, пожалуйста. А как? Я устал, я ухожу. Да ладно, у меня там кидай урон. Хорошо стоит. Кидай урон. 6. Пока. Минус 1. Хорошо, что я рядом. Энджи полежала, и я полежу. Полежать так нормально. Передай другому. Тебя поднять? Я полежала. Продолжаю. Миссии. То же самое, что я на Мадри хотел сделать, я делаю на Энджи. Устлые стрелы пронзят его. Чёрт, ты попробуй. Модель на стабилизацию. Главное уточнить. И сейчас, короче, знаешь, так это... Сейчас как попадёт в кого-нибудь из своих. Джек, 91. А него это кого? Стабилизировано. Как самурай. 11. Не попал. Дерин. Пятифут. Да, пятифутово я буду... А ну, пусть. Я пятифутовый сюда, и, используя акробатику, я или не акробатику. Знаете, страшно, я сейчас не могу случиться. Нет, я лучше с акробатикой с пояса сниму. Своего. Со своего. Твоего нельзя. Своего как я сниму, это что-то, а хозяин пояса же работает. Так, на акробатику 26, и я со своего пояса. А, 3. Ну как-то ну слушайте, так. Слушайте, я больше тебя. И видишь над собой, кого бы ты думала? Брок. И его тоже. Он умирает. У-ху! Ура! Опа, были решающие. Так. Просто побежали! Я говорю, ребят, бежим! Я сворачиваюсь, что бегу следом. Пока они там лечатся, я бегу за Энджин. Я так и побежала, так где примятая трава, положенные ветки кустов, то я не знаю, куда бегу. Я тоже думаю. Угу. Вы видите, как, что впереди начинается появляться голубоватое свечение какое-то. Ребята! Ритуал! Бежим! Тут такое поле. Тут такие эти пирамидки. Точки, да. Вот там вот на поле стоят армии. Стоят армии. Вот тут, вы видите, стоит какой-то старик, и он, собственно, держит Терию. Вы видите, что она ослаблена, у нее начинают светиться вот эти руны на коже. И вы видите, что вот здесь, на поле, Салазар убивает Синвана.
Армии еще стоят, они не атакуют друг друга. Ну, то есть они только подготовились, ну, надо всегда это... Да блин, я вытаскиваю на бегу кинжал вот. И пытаюсь подскочить к стрелку и, схватив его, воткнуть ему в спину этот кинжал, чтобы... Нет, не в спину, пытаюсь его схватить, все равно город перевезет. Но, как бы вы видите, что вот это свечение расползается вот от этих лучей, да, оно как бы вот такое вот расползается сюда, и те ближайшие, кто находится к краю, они начинают рассыпаться. Такой вот синими бликами. На волю, блин, опять! Наверное, на мудрость! Сейчас, нет, не на мудрость, ну, либо на волю, либо на стойкость. Сейчас, на стойкость кинь. Он концентрирует, ты видишь, что он концентрируется, кастует какое-то заклинание. Я его не сбила, пока прикол. Не, он уже... 18! На тебя не подействует. Фу! Плохо быть бардом в этом плане. И я пытаюсь его резануть кинжалом. Давай, это... Атака. Просто атака, да? Это что? Не... Не Гунтегранс, потому что он, конечно, без ловкости, но он не беспомощный. Поэтому хорошо. Просто атака. А, стоп, это меч, кинжал у меня... 22, 23. Попал. Я в горло ему режу. Там успела воткнуть, и там два раза повернулась. Да. Ну ты немножко рассек ему горло, идет кровь, но как бы вот прям сейчас. Ну конечно, да, естественно, но я его держу по прежнему. Так, ладно, я тогда перехожу сюда и тоже достаю кинжал. Окружили. Ну и тыкай сразу, ты успеешь вот на ходу достать. И всем 22. Попал. Затыкаем кинжал. Три. Я забираю у себя три хита, создаю спектральную руку, и она летит бить вот этого мужика. Салазара? Нет, там же Салазар. Салазар от Тинвана убивал. Так, кто кого убивал? Салазар убивал вон там на поле Тинвана. А где сейчас Салазар? Обоих. Салазар он не поставил. Короче, она бьет дроу какой-нибудь Салазара. Да, дроу отлично. Как она работает? Она работает, я касательно атака. Давай. Атакуй, бей. Просто, ну типа, ее можно разрушить только заклинанием. 19. Хорошо, раз она работает. Это атака на Салазара, да? Сейчас. Это атака на Салазара. 20. Это касательное, да? Сейчас, сейчас. Не попало. 20. Не попало. Рука пока летает. Хорошо. 20 не попало. 20 не попало. Слышь, мужик. Кто следующий? Так, Энжин. Давай. Энжин тебе дуля. Единица. Люблю тебя. Ты такая классная. Так, ты стреляла, да? Нет. А что ты? А, с метаром била. Ладно. Вы получаете штраф 1d4 к силе. Ну, только это мне не хватало. Получаешь. У тебя давно не было штрафа. 1d4? У тебя одна, один к силе, тебе уже сказали. Один. Так. Эншу, у тебя одна? Да чтоб тебя! Вы видите, что маг концентрируется, хочет что-то скастовать, но у него не получается. Я ему мешаю. У него единица. План был так хороший. У него держал вот грожи, ему, конечно, это не нравится. Все, давай. Пожалуйста, хоть ладно. Ладно. Он что-то... Он что-то... Ага. Не знаю, он решил умереть. Я пытаюсь убрать. Ничего страшного. Сразу забыла консервацию, все, спокойно, ничего не получилось у него, он пытался. А кто последний Салазар? Мне. Я за мной будете. Да не лезь туда лучше. А что это Салазар? Надо, надо. Кто такой Салазар? Салазар. А, это Тинвар. Ладно, пока прохожу. Дедка. Дедуля. Попал. Все три? Да. Он без ловкости. А-а-а, спасибо большое, Дэвид. И 6d6 еще. Я не хочу. Это ловкость. Почему 6 и 3 атаки попало? А, 2 пока. Будет плюс 11, будет 3. Противный какой. Следующий Дэвин. Висеть.
18. 20 плюс 18 это 38. И плюс 8. 38 плюс 8 46. Или я Джека еще. 48. Как у него дела? Он не упал. Красавчик. Он стоит. Я ему... Ты большой. Андрей, ты его такая похлопываешь по плечу, и он падает. Сколько у него? Его ноль. Отлично. Так, в ноль ровно. Ты, так я его дорезаю кинжалом, у меня 19 катаров. Угу, как только ты... Я же не могу выкинуть 6, минус 5 или минус 6. Сейчас он умирает, как только он падает, Лазар сбегает быстренько оттуда, спалит. А что? Рука спектральная. Я такая типа... Боксирует дальше. Да. А ты светишься... Я ее подхватываю. Я ее подхватываю, чтобы она не упала. Держишь. Ты видишь, что вот эти руны, которые вырезаны на ней, светятся все сильнее. И на поле, собственно, уже практически никого не остается, потому что это все превратилось в магическую энергию. Ну что, поделать? Я решаю, что чувствую, что все хорошо, что мы сейчас что-нибудь придумаем. Знаешь, у нее открыты глаза, но она как будто... Не реагирует на вас. Ну все равно я стараюсь. Я ее стараюсь успокоить. Я там. Ну, кончился. Он тоже рассыпает свои искрами. И ты понимаешь, что у нее под ногами начинает появляться трещина в земле, и оттуда начинает бить свет синий, он заполняет просто вот все-все-все, он настолько яркий, что вам приходится зажмуриться, и когда вы открываете глаза, вы понимаете, что вы в подземелье. В том самом подземелье, возле источника, у тебя, знаешь, ощущение такое вот, когда ты во сне что-то держишь, а потом просыпаешься и чувствуешь, как это ощущение медленно проходит. Спасибо за игру! Спасибо за игру! Кто не умер? Ну как сказать? Никто сегодня не умрет! Главное, что ты ждёшь козырь в армии! Тарелки термот, но мы-то живы! И что, ты берёшь мой автобрат, пускай, пожалуйста? Да я не факт, что умерла. Можешь вам разберёшь? Пожалуйста. Я пока не вспомню. Вы когда смотрите на вот этот бьющий источник энергии, вы видите там силуэт Кри, она вам на вас делает, улыбается. В источнике? Да. Она осталась. То есть они не родственницы. Да. А теперь источник? Да. Прикольно. Ну, это было ожидаемо. Мы еще. Да. Спасибо за игру. Спасибо за игру, да.